Шамати, статья 229. Карманы Амана. Существуют обычаи в праздник Пурим. Есть печенье треугольной формы, называемые хаменташим, то есть карманы Амана. И сказано, что должен человек опьянеть до такой степени, чтобы не различить между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. И потому едят карманы Амана, чтобы помнить, что Аман дал нам только карманы, келим, желание, но не наполнение. Ведь только величина желания насладиться находится во власти Амана. И его-то мы и обязаны у него изъять. Но наполнить эти желания наслаждением невозможно с келим Амана, а только с помощью келим Мордехая, намерения отдавать, тогда как на получающие келим действует цимцум, сокращение. И об этом говорится: «Сказал Аман в сердце своем, кому, кроме меня, захочет царь оказать почет?» Мегилат Эстер. Это называется настоящим желанием насладиться. Поэтому, сказал он, пусть принесут одеяние царское, которое надевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь. Но на самом деле желания Амана, которые называются получающими келим, не могут ничего получить из-за действующего на них сокращения. Есть в нем только желание и потребность наполнения, то есть он знает, чего требует. И потому сказал царь Аману: «Возьми скорее одеяние и коня и сделай то, что сказал ты Мордехаю, иудею». И это называется свята Амана в келим Мордехая, то есть в намерениях отдачи.